попал. Наши аплодисменты Дмитрию. Дмитрий Савченко. Господин Илья Савельев, начинай. Освобожден. Верхнее кольцо. Аплодируем Илье. Хороший заход. Дмитрий Свинтицкий, начинай. Нижнее кольцо не покорилось Дмитрию. Вот, увы, Дмитрий явно хотел пройти весь маршрут на галопе, ему удалось меч взять у сквайра на галопе, но вот здесь сбился на рысь. Не стал рубить, потому что не поднял коня в галоп, на рыси все равно бы не засчитали. Аплодисменты Дмитрию Свинтицкому. Прыжок был хорош. Сарацин засчитывается. Клетка открыта. Верхнее кольцо. Два яблока.
Езжай. Прекрасный удар по мишени, по нижней. Нижнее кольцо покорилось Андрея. Сделал вольт. Вооружился. Как последовательность соблюдается, Андрей может делать вольты сколько ему угодно для того, чтобы... Прекрасный салют на хорошем ходу. Обратите внимание, лошадь замедляется, ускоряется у Андрея по его воле. Это очень хорошо. Прекрасный прыжок. И великолепное завершение. Прекрасное завершение. Судьи ко мне. Господин Виктор Рустин готов? Поезжай. Аплодисменты Виктору. Аплодисменты. Он справился с довольно тяжелым конем. То есть здесь прям видно было, что ему приходится очень тяжело управлять конем, но прекрасно прошел на галопе. Начинай. Красный удар, точный. Еще один. Удержал коня на галопе Павел Калитков. Три яблока, прекрасная рубка. Прыжок. И финальная арка. Великолепный проход в исполнении Павла Калинкова. Все баллы, кроме одного яблока. Все баллы, кроме одного яблока. И галоп, конечно же. Шевалялон, ready? Али.
капсулы не засчитают сарацины клетку, потому что, хотя формально мишень поражена, но поразил он ее не торцом копья, а как бы задел плашмя. Не считается. Одно яблоко. Тяжело пришлось Алану, а вот видно, что так боролся с конем, не всегда мог настоять на своем. You may go. Поразить оленя не удалось. Клетка открыта. Верхнее кольцо. Первое яблоко точно поражено, по четвертому, скорее всего, будут споры. Вот Марк решил не прыгать. Что ж, его решение. Звучные удары по сарацину и по клетке. Кольцо. Увы, а рубка не задалась у Эндрю Маккинона. Сэр Эндрю также решил не прыгать. Господа судьи, Квинтина, клетка, верхнее кольцо, арка. Господин Юрий Богунов, начинай. Олень поражен. Сарацин также. Клетка. Нижнее кольцо. Thank you.
прекрасный заход в исполнении Юрия Богунова. Господа судьи, все баллы без двух яблок плюс голуб. 10 баллов. Точно поражает Дмитрий копейные мишени. На скаку отдает и принимает оружие. 3 яблока, отличная рубка. Салют. Господа суд. Наши аплодисменты. Господа суд. Все баллы, кроме оленя и одного яблока. Плюс голуб. 10 баллов. Готов? Начинай. Клетка открыта. Голубь выбрался на свободу. Правда, не спешит улетать. Видимо, ему и здесь хорошо. Не справился с конем Дмитрий Свинтинский. Четвертое. Вот мы видим, что Магнус не настроился на второй заход и тяжело идет. Прыгает, правда, прекрасно. Видно, что лошадь напрыганная, хорошо натренированная на прыжке. Господа судьи, клетка, 2 яблока, прыжок и арка. Копейные упражнения великолепно выполняет Доминик Сьюэлл. Вооружился. Приветствует, да? Все плюс голуб без яблок. Thank you.
нижняя покорилась Виктору. Три яблока, хорошая рубка. Аплодисменты Виктору. Хорошее прохождение, сложная лошадь, но в общем и целом он с ней справился. Олень, нижнее кольцо, три яблока, прыжок и арка без галопа. 8 очков, лучший результат 8 очков. Яблоко срубает Ален Мино, зато очень красиво. Ровно пополам, вертикально. Хороший удар. Господа судьи, три олень, одно яблоко. 3 очка. И лучший результат 3 очка. 3 points and best 3 points. Вот видно, что Эндрю МакКиннон не тренируется с дротиком. Не во всех странах одинаково распространено это оружие. Поражен метко, клетка не так метко, он задел мишень, но задел плашмя. Не засчитают это попадание. Салютует Эндрю МакКиннон. Он свалил стойку и несколько осложнил себе заход на финальную прямую. Решил не прыгать. И завершение маршрута. Сила Тарнс. Рыцарское состязание. Приветствую. Господа. Место. Second place. Дмитрий Савченко. 10 points in second place. 10 баллов. Андрей Камин. 10 points in 10 points. 10 баллов. Second place. Юрий Багунов. 10 points. 10 баллов. Second place. Второе место. И первое место в Skill Arms. Господин Павел Коленков, 11 баллов.
занявший первое место, получит 3 зачетных очка. Господа, занявшие вторые и третьи места, по одному. Мы благодарим рыцарей, аплодируем им. А сейчас мы воспользуемся тем, что они не одеты в доспехи. Рыцари по возможности отдадут лошадей коноводам, а сами пройдут вот тут вдоль барьера для фото и для автографа, чтобы порадовать наших зрителей и наших гостей.